Человек первый, который придумал пресс в футболе, это был Ломоносский. Итальянцы от него учились. Киевлян был. Они не зря его называли папа. Все, казалось, все захлопали, а для пацанов почти рвало. Начинается установка перед игрой, и они в составе. Я дверь закрыл первым делом, хотелось ему просто дать в репу. Шура Убаров, они бетор елед, гадальти алав, а я шоэр мецуян. Я говорю, дайте мне паспорт заграничный. Я говорю, я здесь больше дня не останусь. Я первый в Израиле начал играть, как сейчас играет Нойер. То, что я скажу, что меня не тянет в Россию, тянет. Тянет еще, как тянет? Я говорю, дети, где вы хотите жить? Они сказали, Израиль. Но она уже здесь.